Твои глаза свели меня с ума. Как с таким диагнозом дали мне права. Красавица, смотри, как на велосипеде. Прекратите, мне страшно. Не бойся, с тобой Рафик. Опа, ничего себе. Так, остановите машину. Не могу, тормоза не работает. Мой брат и напарник топит. Сейчас спит после смены, не отремонтировал. Вот ждем, пока бензин закончится. Что, как можно ездить без тормозов? Вот так, смотри. Ты красавица такая, про жену я забываю. Я прошу вас, возьмите руль. Если будешь мой жена, я забуду про тебя. Возьмите руль, я прошу вас. Я вас умоляю, возьмите руль. Да, господи, это что же это такое? Нет, не знали, нормально рули. Господи. Зеленые глаза, ноги от ушей, нравилось бы мне, будь я даже гей. А ты говоришь, Билан лучше певец. Ты говоришь, маршрутчик, маршрутчик. А ты знаешь, что самое главное профессия маршрутчика? Подсказка. Минимум 27 сантиметров. Варианты есть какие-нибудь? Это длина его ладони. Знаешь, для чего? Чтобы вот легче было вот так за проезд передавать вот так и вот сюда закидывать. Да ладно, шучу я. Чувство юмора. Вот это самое главное в маршрутчике. Вот. Вот ты говоришь, конкуренты, конкуренты. А что конкуренты? Конкуренты, вот, это такая особь. К ним надо вот так медленно подъехать. И вот так крылом и резко уехать, чтобы она меня не увидела. Слушайте, что вы там творите, а? Слышишь, ты помалкивай, это бизнес. Вот ты только что сказал, деньги, деньги. Я тебя научу зарабатывать деньги, и причем в два раза больше, чем ты их зарабатываешь. Главное надо делать вот так, смотри. Вот видишь? 6 лет мне пришлось этому научиться, чтобы мне выдали права. Так, за проезд давай передаем. Слушайте, уже все давно передали. Так, послушайте вы меня. Это вы Рафику передали. Я не Рафик, я Тофи. Давай, мне никто ничего не передавал, передаем. А видишь, сейчас мы заработаем 2 раза больше. Остановите, пожалуйста, вот здесь. Вот здесь, да? Очень приятно было с тобой познакомиться. От души за беседу есть? Давай. Да, что ты меня остановил? Я скорости превысил. Фары у меня чистые, даже никого не сбил. Что стало? Подожди ты. Почему на переднем сиденье 4 человека? Где? Там 2 человека. А другие 2? Вот это не люди, это сволочи, это идиоты. Я его просил, ты голову спрячь, товарищ великий начальник увидит, будет конкретный хипиш. Я его даже предупреждал. Так, все, этих 2 давай в салон. Подожди, я-то не могу, там у моего племянника в салоне юбилей, день рождения конкретный там. Открывай. Нашему дорогому гостю! Ва, это тебе посвящается, прикинь! Возьми! Ну, чтоб это было все в последний раз, понял? Конечно, последний раз проходите, пожалуйста, уважаемый. Подожди, это помещение в шапке не пока. Давай, проходи. Собери все, слышишь?